Всем здравствуйте, всем доброго денечка. Мы снова вышли в эфир. Сегодня будем наряжать елку, немножко наводить порядочки, польем цветочки. В общем, будем хлопотать по дому, домашними своими делами. Впрочем, как и все, наверное, у всех, наверное, в эти дни суета. Все что-то стараются подмыть, подразобрать. Так заведено, ну так уж нас заучили, что нужны глобальные перемены к Новому году. Вот и мы не отстаем, тоже будем заниматься этими делами. Оставайтесь с нами, посмотрите, как прошел этот день у нас. Не знаю, видно так будет или нет. Аквариумы свои совсем забросила я. Первое время я так ими занималась. Сейчас протру, покажу вам поближе, что здесь у меня творится. Конечно, надо делать перезапуск, мне кажется, вот этому аквариуму. У него здесь неправильно растет трава. Сейчас покажу поближе. Вот у меня таких два аквариума. Этот на 130 литров. Видите, как здесь разрослась трава? Она прет, как на дрожжах. Но это неправильно. Я смотрю, сейчас аквариумы оформляют совсем по-другому. По своей неопытности я запустила его. И так теперь никак руки не дойдут. Это не такое простое дело, перезапустить аквариум. Ну, как-то надо будет все-таки этим заняться. И вот такой на 300 литров. Здесь травы поменьше, но здесь тоже полный беспредел, хочу сказать. Все не так, как надо, как бы мне хотелось. Вот, видите. Еще как-то прикупила я ричу, вот эту, если я правильно ее называю, не знаю. Вот сейчас сверху вам покажу. Видите, что творится? Она прям закрывает мне, сколько я ее выкидываю, и все бесполезно. Она прям закрывает мне полностью верхний, ну вот это вот, свет, чтобы не проходил. И от нее просто невозможно избавиться. Шланги сейчас поправлю, шланги тоже все торчат в разные стороны. В общем, надо позаниматься немножко им, привести в божеский вид. Были у меня еще попугаи и амадины. Я их пристроила в добрые ручки, потому что очень сорно. Когда жили в квартире, заниматься было нечем. Они нас радовали. Здесь, ну, просто не до них, не успеваешь. Поэтому пришлось с ними расстаться. Вот оставили только рыб. Ну, еще у нас живут кошки, кто не знает. И две собачки живут у нас в доме. Это Мэгги и Еврик, мои любимчики. Вот такое у нас хозяйство на данный момент. А вот здесь находятся мои цветочки. Я все лето раздавала. Одни раздам, другие притащу. Никак не могу покончить с ними раз и навсегда. Ставить некуда, места мало, все хочется. В общем, сейчас в данный момент вот такую подсветку я им делаю. Вот так на потолке у меня подсветка для них. Остатки наших роскошей. Ну, нет, еще, конечно, на окнах стоят. Мои глоксинии отцветают. Я унесла их со своего окна. Сейчас проветриваю спальню у себя. Пока временно поставила их сюда. Они сейчас все равно будут уже засыпать. Это мой кактус тоже, который я подобрала в прошлом году с мусорки. Растет, деток дает, все нормально. Ну, вот не знаю, что мне делать. Это очень много для нашего дома цветов, и расстаться тоже с ними не могу. Вот тут у нас лежат панели, не подлезешь. Поэтому у меня вот это вот все стоит чуть ли не на середине комнаты. Когда это закончится, я даже не могу сказать.
Вот сейчас буду поливать, лазить как акробат, потому что к ним из-за вот этого ну, просто не подлезть. Просто не подлезть. Цветы всегда поливаю отстойной водой и хочу немного рассказать о удобрении. Уже где-то почти год я пользуюсь вот этими удобрениями. Это идет японское удобрение, оно бывает разных цветов. Розовое, голубое, зеленое и желтое. Вот у меня есть все, кроме желтого. Результат отличный, хочу сказать вам. Вот на литровую я делаю 6 капель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Очень нравится это удобрение. Вот кто не пробовал, девочки, прям рекомендую. Прям цветение будет. Оно там как-то подразделяется. Что-то для кормевой. Вот зеленое я точно знаю для нецветущих. Но я чередую все время. Один раз под зеленым, один раз розовым, один раз голубым. Розовое это для цветущих. Оно дает прям бутоны и длительное цветение. Ну, правда, результат прям заметен. Прям другого и не надо. Вот. Раньше я всякие разные другие покупала. Сейчас как вот это закупила, все. Даже на другие больше и не смотрю. Очень устраивает результат, отменный. Вот кто не знает, девочки, прям рекомендую, попробуйте. Ну, конечно, кто сильный цветовод, они давно уже о нем знают. Но просто есть и такие люди, которые не очень разбираются, а цветочки держат. Так что он еще как-то так называется, интересно такое название у него. Сейчас даже и не вспомню, Джуманджи или что-то такое. Даже и не вспомню сейчас. Но если вспомню, обязательно скажу. Ой, я такая каракатица, не знаю даже, как я достану, блин, отсюда. Еще ты взяла, поставила сюда, это вообще не подлезешь теперь. Ну, у нас не так, 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 неудобно, никак, ничего, все, все мешает. Эти бедные цветочки и так не каждый раз полив получают, а как вспомнишь про них? Видишь, а он у тебя высокий, я не достану. Надо на стремянке. Стремянку тоже ты сюда как подставишь? Сейчас попробую, но не знаю. Нет, наверное. Сейчас полечу. Слази. Нет, надо стремянку. Да, надо стремянку, а то последние цветы угробишь. Ты ладно упадешь, встанешь. Мне не жалко, да? Да, а вот цветы холим-холим, а ты их раз и подомнешь. Если я грохну, то погреб сразу будет неплановый. Не надо падать. Зимний сад наш. Каждый цветочек жалко. Все, он, дочь рассказывает, что хотим отдать. Посмотрим, этот хочется жалко, этот жалко. Так что... Тащили стремянку. Попытка номер два сейчас у меня будет. Но если я чебурахнусь... Если стремянки нет. Она нет. Она у нас очень боится высоты. У нее это с детства страх. Вроде не роняли ее. Мы в детстве с сестрой погодками были. И вот лет по пять, наверное, по четыре было. Залезем с ней на шифоньер. Она-то юркая была, раз и спрыгнет назад. А я слезть не могу и сижу, вою, пока с работы кто-нибудь не придет, не снимет меня. Да, зайдешь, она лапки свесит, вниз и воет. Та меня уговаривает. Ну слази, я же слезла. А я не могу ни в какую. Так и до сих пор. Вот все полила, кроме вон того одного. Не могу достать и все. Вот сюда, но ей упадет. Упадет? Да, давай я попробую. Ага, я не достаю. Выше вставай на ступеньку. Нет, выше я не могу. А, ну вот. Сейчас проверю, это нормально. А я не боюсь высоты. Я до сих пор, если мне нужно, я и на чердак слазю и достану все, что там у нас. И на стремянку на последнюю могу залезть. А дочь моя боится. Цветы полили, а вот такой... Творческий бардак сегодня в маминой комнате. Вот здесь она придумала опять себе перестановку. Хочет вот этот вот диван переставить вот в этот угол, где у них раньше стоял стол.
вот эту дверку от чудо-печки. Она хочет отпилить. И сделать там что-то, в общем, как типа полочки. У нее и так-то там как кладовка. Вон. Она все туда складывает. В общем, эта дверка ей мешает. Сейчас отпилим. В общем, потом покажу, что получится. Пока сама даже не знаю, что она тут затеяла. Война войной, обед по расписанию. Да, я не завтракала, пообедаем уже. Потом займемся другими делами. Чё, всем здравствуйте, ты забыла сказать. Я думала, я уже здоровалась. Цветы же снимала за кадром. Ну, здравствуйте, да, всем. У нас опять с крыш капает, прям льет. Я вот сейчас вышла во двор, прям с крыш льет. Не то, что капает, а льет, как будто дождь прошел. Это что за зима? Печку мы сегодня не топим, говорим, к вечеру затопим. В доме тепло, а то потом открываем форточки, что жарко. Получается, что улицу обогреваем. Сегодня в маминой комнате там бардак, обедать они будут здесь, на кухне, как да. Положено. Папа согласился сюда прийти. Что удивительно очень. Так ну, что накрывай, покушаем, да. Накрывай стол. Здесь. А мы пока обедать не хотим, мы поздно завтракали. Что-то я пока не хочу. На обед у нас будет борщ. Вчера мама готовила с говядины. Ставим крепче. Я нарисовался в моем стекле. Где тебе удобнее сесть? Ну, наверное, в углу вон так могу. Ну, да, куда хочешь, то и садись. Где у нас хлебница? Вот он. Что, кошка не пойдет, что ли? Не знаю, он пойдет, отнесет. Вкусно вам? Очень вкусно. Приятного аппетита. Спасибо. Чай поставили, да? Я поставила, да. Ну, я чай, может, с вами попью. Дай нам вилочки. Когда мало стараешься, борщ хороший получился. Иногда хочешь, чтобы прям вот повкуснее. Не, не такое, а вот это прям хороший. Потому что капуста кислая мне тоже понравилась. Я не люблю со свежей. Мы уже последний раз и сколько раз с кислой варим? Мы же уже давно не покупаем свежую. Все время с кислой. Мы давно его и не варили. Ну, последние 3 раза были с кислой капустой. Ну, может, я была на работе и не ела, не знаю. Ну, да. Может быть. Но мне тоже он очень понравился. Вот из-за капусты. И штрули будут такой капусты вкусные. И пирог, если испечь. А пирожки? Пирожки я не люблю, они слишком жирные получаются. Поджелудочная потом болит от них. Духовые, он сейчас тоже масло не хочет. А, про духовые. Ну тогда уж лучше пирог, чем пирожки. Вот так поменяли уже местами. Здесь отпилили дверцу. Потом мама хочет там заклеить. Или закрасить. Не знаю, чего-то в общем сделать. Ну и там полочка. Диван как будто здесь и был. Встал прям очень хорошо. Диван, я уже запомнила. Очень хорошо встал. Что звенит? Телефон у кого-то звонит. Достали елку с чердака. Сейчас будем приводить ее в порядок и украшать будем вот эту мамину комнату. Места у нас больше нету, только здесь. И то вот ей из-за этого пришлось сделать перестановку. Ну, так кажется даже лучше. Потому что диван как раз соответствие к телевизору получается. Потом бесполезно стоял. Так,
Такие две коробки, наверное, с игрушками. Мы как перевезли, не доставали же ничего еще. Сейчас все проверим. Разбираем. Вот все сняли, приготовили. Готовим. Все. Полета. На окна вот такие всякие картинки будем вешать. Ну, потом, в общем, все покажем. Сейчас соберем самое главное. Снежинки есть. Вот он. Гирлянды всякие. Сейчас надо елку сначала собрать. Потом уже будем вот эти вот делать. Она вот так должна быть, так, и две сбоку. И немножко спушивать их нужно. Что он так воет там, а? Да я кончил старый сезон. Как раз. Кто вас сейчас смотрит? Будет, потом живешь, включать. Уже, наверное, все нарядили елки. Мы последние. Уже смотришь везде в Инстаграме, везде в лентах, что елки у всех уже наряжены. С каждым годом раньше и раньше. Скоро разбирать не будем. Будет стоять целый год. С начала декабря уже у многих в квартирах стояли елки. Это не разобрали. Дальше давайте. Ставилась? Она отшла. Слышь, это на пол поставил. Подожди, а что вот эти вот? Ну, эти что, наверху ставить. Это какая-то лишняя, что ли, получается? Почему? Это, наверное, у нас не умещалось. Это у нас это маленькая елочка была еще. Пойду календовать. А какого числа там надо? 14. 14. А тут не думаю, все что? А что такое? Смотри, а чем их называют? А, прикольно как. Сроки, наверное, ну. Вот магазин, так, в магазине будешь вот так ходить. Ага. Ну да, наверное. Ну ставь на место, примерь. Чего тут только нет. Всякие снеговички. Вот этому тоже уже сколько лет. Надо, чтобы бережно с ними относиться, убирать. Что они 20 дней постоят и год лежат. А еще где-то был домик, который горит. Он есть? Тоже будем ставить? Он уже не горит. Уже отгорелся? Ну, представь, ему 45 лет. Вот он. Ну, мне кажется, он как-то недавно горел. Это не он, одна лампа сейчас горит. Надо распаять его, что я говорю. А паяльник же есть, можно сделать, конечно. Что ж ты в прошлом году не сделал сразу? Паяльника не было. Что, вы померили елку? Встает по высоте? Должна встать. Вот так она выше не меня. Не. Вот видишь, гореть горит, но он уже эти гирлянды не мигает. Вот. Домик тоже новогодний. Он туда как две гирлянды подсоединяет, и они вот так вот попеременно моргают. Красиво очень. И само окошко тоже горит. Вот этому домику моим старшим детям, ну, короче, вот Иринке было, наверное, года полтора мы купили. Скоро полвека доходит. И вот этот Дед Мороз. Это все с их детства. Уже облезшие все. Но мне их жалко выбрасывать. Я все думала его купить. Подреставрировать акриловой краской. Да, да. Акриловую краску купить. У меня даже не надо покупать, она у меня есть. Ну, тем более, значит, подкрасим, будет красиво. Все цвета есть. На елку. Гирлянд у нас целая куча. Наполовину не горят. Все что-то вроде мы в прошлом году и проверяли. Ну, сколько надо, горело. Ну, сейчас мама сколько-то проверила, не горят, не горят, не горят. Даже на новую есть белая вся, я тебе отдала. Кому я ее отдала? Вон она тоже что-то не горит. Ну, она это чисто белая.
Мы сейчас на полу вверх нарядим, потом уже ее будем поднимать. Потому что, чтобы с полу не так было тяжело вверх на это наряжать. Как всегда, помощник нам помогает. Сидит. Всем любопытно, всем интересно. Они-то знают наши. Нет, я про Еврика. А, собачки. Так я уже затопил печку. Да, я пошла топить, он говорит, я сам. Ну, давай. Такая красавица у нас получается. Сейчас еще немножко, потом уже будем поднимать, да? Да, да, сейчас вешаю. А мишуру в конце, да? Да. Потом еще на окна повесим. Гирлянды приклеим эти на окна. Видишь, как услышишь? Лайфхак. Лайфхак сейчас покажу. Может, многие не знают. Обыкновенный дождик, вот эту ниточку, к игрушкам привязала, и они у меня вечные. Они не рвутся, ничего. Очень удобно наряжать. Раз и одел. И не запутаются. И не запутаются. А раньше же такие не А это лайфхак дедовский был. На проволочке. Тоже очень удобно. Раз, нацепил и все. Ну, это где столько проволочки взять? Ну, делал. Кусал. Вот тоже на маленькую можно нарядить. Запасная. Ты поставила маленькую елку? Вот еще запасная есть, еще проволочка. Да, еще в запасе есть. Точно. Мне вот колпак очень понравился. Такие вязаные есть шары. Их заварка была, да? Угу, ну, вы же с России нам прислали заварку в этих. Да, да, да. Их вот сюда на лицевую повесим. И сюда их сюда вешаем. Это, видать, когда год собаки был. Слушай, вот они эти собаки. Вот они. А да, вы что, их искали? Ага. Вот они обои. А ты на меня куда дел? Куда дел? Я его где-нибудь выгрызку найду. У меня есть особый какой-то инструмент, я думал. А вот какой-то заяц. А, не заяц, это медведь. Это бабушкины старенькие игрушки. Это, видать, как, какой год был, такой символ, да? Вот петушок. Да. Ну, год медведя не бывает. А собачка не медведь. Какая собачка? Вот, смотри. Медведь, да? Собачка. Вот собачки, для это нас, собачки. Для нас они собачки. Да. Эх, собак, хотел сказать, положение со собаками. И вот этот домик нравится очень. Старинная игрушка, да, это, да? Да, старинная. А что там, да? Показывай. А, показывай. Это мишура запуталась. Вот, что мы игрушек навесили, все равно под мишуру не видали. Вы два родственника, блин. Ну, а все равно их причитаете вечно. Всю жизнь. Все равно их не видать, ты их все это завернула. Ну, как не видать, все равно же видно, что наряженные. Держи. Вот дождик, ты видишь, дождик. Дождя не надо сюда. У нас бурану хватает. Еще одну не вешать. Уже часа два, как наряжаем. И не так просто. А потом еще разряжать столько же. Нет, разбирать быстрее намного.
Вот красивая. Да, это тоже красивая. Мне еще серебристый нравится. Да что ты прицепился? Серебристый нет. Нету? Вот была красивая. Она и есть, ее распутать надо. Все улетает. Сколько с тебя игрушек сидится? Это вот смешовые, вы, видать, не разбирали, а так складывали. Поэтому она вся запутана. Сейчас я распутаю вот это то, что... Вот такой у нас процесс. Бывает на повышенных тонах. Всякое бывает. Бывает с миром. Во что они? Так, так. Когда много командиров, тоже плохо. Вот очень пришло. Один раз. Вот себе положь маленькую, маленькую дружечки. Ну все, ставим. Хватит пока ждать. Пока хватит, да, остальное давай. Смотри, опять не отбери половину. Сейчас камеру поверну, чтобы видно было. Вот это убираю, я уберу на 5 полос. Ну я меряю все. Давай свои подарки. Вот это перед, как рядом. Поднимаем? Заходи, телевизор. Просто держи, не поднимай. Телевизор разворачивайся. А, вот так? Да, да, да. Сейчас раз и не уйдет. Вы что сказали, опусти, опусти. А что, ты в этот угол хочешь? Да. Я думал, прям к телевизору, что-то хочешь ждать будет. Здесь будут игрушки, домики, хлопушки. Символы года будут сидеть. Бык. Да, в углу, конечно, лучше она смотрится. Бык будет здесь, тигренок. Корова. 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 Бык уходящий, тигр приходящий, да? Угу. Всех, иди держи, подержи, всех я надо достану поставить. Скотч. Давай. Надо укрепить ножки, а то она рухнет. Вот такую будем проводить фотосессию с моим Евриком, да, Еврик? Красивый мальчик у меня будет. Он вот ничего не поймет. Скажет, зачем вы меня сюда взгромоздили? Первый раз в жизни. Смотри, какой идет морозик. Ну все, все, ладно, это потом будем фотографироваться. Творческий процесс у нас продолжается. Мама решила еще мишуру, как это, хаотично раскидать по всему залу. В хаотичном порядке. Мешок не знаю, куда деть. Чтобы это... Чувствовался праздник. Сейчас еще на люстру надо сначала помыть, потом уже прицеплю еще на люстру. И на окна еще надо. На окна, потом эти картинки кидаем. Угу. Ну, еще же другой день. Сегодня уже мы устали. Сколько мы сегодня делов переделали. Мебель переставили. Я эту реставрацию стен сделала. Эмульсия прошла. Как будто там так все и было, видишь? Вот. Фамилия. Да. Бог знал, какую, кого выбирать фамилию. А я тоже здесь решила маленькую поставить. Но еще не до конца нарядила, примерила просто. Сейчас ее тоже поднаряжу, чтобы здесь тоже немножко была праздничная атмосфера. На окно в спальне повесим тоже гирлянду. Ну и все, вот так. Как бы здесь сильно не разгонишься, потому что везде ремонтные работы же идут. Вида никакого нет. Ну, хотя бы так немножко. Вы думаете, мы еще не успели даже убрать весь вот этот творческий беспорядок, а к нам уже приперся Дед Мороз. Просит, чтобы мы стихи ему рассказывали. Видали? Что надо, дедушка? 100 грамм. Какие 100 грамм? Предновогодние. Нет у нас еще ничего. Мы, видишь, только елку нарядили. Еще даже не убрали ничего. Ну, тогда хоть малиновое варенье к чаю. Ну, ладно, так и быть. Заходи. У вас еще стола нет. Да
походу у нас его здесь и не будет. На кухню, пожалуйста, на кухню. Ну ладно. Какой у нас беспардонный был Дед Мороз. Запарилась, говорит, жарко ей. Как ходят они, бедные. Еще и 100 грамм, если выпить, там вообще задохнешься в этих атрибутах. Да, не знаю, как они весь вечер проводят. Ну, праздник раз в году. Можно повеселиться. Мы один год, я была заяц, да? Да. Втроем ходили по поселку. Почему ходили? Мы на машине ездили. А, да, нас, да, ты возил, точно. У нас вот и зайца костюм есть. Он был беленький, стал серенький. Такой грязный весь. А его кто-то же брал у нас. Кто его только не брал. Да, Дед Мороза брал, да все, все брали. Ну, маски зайца нет теперь, наверное. Я потому что что-то не вижу нигде. Или одного пакета нету, или у нас вообще ее нету. Кто-то, может быть, не вернул. Да, я не положила шапку. Потеряли шапку от Деда Мороза. Что-то нету. Ну, когда костюм принесли, я не проверила. Может, ее не его и не донесли, ее эту шапочку. Пакет отдали, я убрала и все. Зачем рвешь? А Снегурочка больно худая. Не каждому налезет она. Какая-то дистрофанская. На ребенка 10-летнего, наверное, рассчитана. Ну, на внучку, конечно. Внучка должна быть худенькая. Ну, так мы целый день сегодня и пошел. Да. Вот такая красавица у нас получилась. На сегодня мы уже заканчиваем. И так что-то целый день провозили. Завтра еще до развешиваем остальное все. Все вот эти вот фонарики, да что еще? Ну, на окна вот эти снежинки все поприклеиваем. А на сегодня все. Всех с наступающим. Пусть этот год, вернее, пусть следующий год будет лучше, чем уходящий. Пусть закончится коронавирус наконец-то. Всех-всех с наступающим. Пока-пока. Всем пока. До следующего видео.